Здрасте. Что у вас? А у вас? А у нас в стране есть газ. А у вас? Вы кем являетесь? Покупатель. Очень странный покупатель, да? Я не знаю. Проблемы какие? А? Какие-то проблемы? А у вас? У меня нет проблем. Если нужна какая-то помощь, вот есть кассиры, соответственно, кто может вам помочь. Ну, я понимаю, да, это как бы не в вашей даже обязанности помощь какую-то оказывать покупателям, правильно? Я понимаю. Но ситуация... Не, у меня... Дело в том, что я как бы вижу, да, сейчас проблема, ну, стоите вы здесь, и также, соответственно, вы снимаете. Я провожу видеофиксацию, снимаю, ну ладно, это не моя фраза. Ну что, друзья, метро Люблино, работаем! Альпайн до 31.05.23, а 31.05.22 сегодня как раз именно она. Банан. И такое надо брать. Обе по срок, обе на сегодня. Не, не надо. Без карты. Перекресток Б-124, Краснодарская, 51. Сегодня 31.05.23, 13.37. До 31.05.23. Обе две, но они чуть-чуть разные. Да-да-да-да-да-да-да-да. 0,1 торты, но ромовая баба должна храниться на теплой полке. 15-21 градус. Обе две. Уже купив два детских питания до 31.05 до сегодня, возвращаемся обратно. И в преддверии Дня защиты от детей
целая партия до завтра. Готин до 1.6.23. Сэмпер, лети из 8 месяцев, кролик, бла-бла-бла. И вот прям вот все, что есть, оно все. Сегодня последний день. Посмотрим, извлекут ли они урок после сегодня. Лака-лака. Упакована под бака. Например. Упакована под вакуумом, но вака-вака по цвету и по снегу видно, что немножечко развакуум. Вот, например, хорошие куски. И к ним претензий нет. Но вака-вака надо брать. Трава, например, 6 месяцев срок годности, с 3 октября 2022 года. Я, конечно, не эксперт, но календарик у меня тоже есть. Надо брать. Остальное норм. Чай, значит, зелененький такой. Угу. 1000 с копейками и 700. Ну, я по скидке не люблю покупать, я покупаю за полную сумму. 31.05.22, срок годности 12, где? Месяцев. И получается уже просрок. 1000 на 7 так. Надо, получается, брать. Ай-яй-яй, чипите. Твикс. Свежий нет. До 29.01.23. От 27.06.22. Просрок. Это вообще баунти, если что. На секундочку. Баунти какой? Такой, сякой. Угу. От баунти другая информация. Так. Например. Вот потребителя в заблуждение. От этого вообще нет. Вот с вот этим. Вот с вот этим все хорошо. Это было на одном баунти, вот это было на другом. Здесь все хорошо. Ага, а вот это вот. А нет, вот это просто бумажки наши не уже, да, действительно. Это баунти вот к этому, да? Возможно. А это вот к этому. Вот этот баунти вообще это лежал баунти, на Твиксе. А, и он а уже на просроченный. Твиксе нету, а на Твиксе нету, да, теперь. Это просто не то. А на Твиксе нету? Нету. Хорошо искали? Это же я же новичок. А. Вот сейчас замаркирую, и будет все хорошо. Только будет вес вашего терминала, а не всех конфеток. Вот теперь хорошие. Вес 228 грамм. Это нет, я просто взвесила дату показать. А я знаю, что вы взвесили. Ладно, все. Я тогда вот эти возьму. Вот озадачили. Конечно. А куда же теперь это с Твикса делось у меня? А вот неизвестно. Ладно. Но мы продолжаем. Так, а что тут с этим? С вот этим все хорошо. Не, ну а вот тут уже не поспоришь. Как бы 24-е. 23-го, это годен до Best Before, употребить до Treasure Up. Они, надо брать. Три с копейками, а то и пять, без скидки. Еще вопрос какой-то? Не-не-не, я говорю, пока расходимся, не на что здесь смотреть. А, хорошо, да.
Так. Так, эти закончились. Переходим к озинакам. Напри. Что? Мер. Как тебя достать? А я вам сейчас покажу. Годен до 21.02.23 года. Да? Да. Казинак. Азовская. Бла-бла-бла. Это же казинак. Вроде Азовская. Вот даже целый бла-бла-бла. Надо брать. Только он просроченный с февраля. Верю, да. Смотрите, оригинал, не оригинал. 21.02.23 это... Вот эти казинашки, они просрочились по вот этой маркировке в феврале. А смотрите, вот рядышком княжеские конфеты. Вот так же. Я понимаю, что у вас на все оправдание есть, что это не от этого. Вот княжеские, это не оправдание. Я понимаю, конфеты. Если бы не было вот этого оригинала. Вот же лежит оригинал. Вот, смотрите. 15-12-21, 15-8-22. Давайте. Они у нас эти бумажки. Не могу сказать. Это оригинал, да. Женщиной с ножом. Но. Давайте. Вот что там у вас. Ну вот, употребить до 15-8-22. Ну, получается, тоже просроченное. Ну, вот же, если бы не было оригинала, вот если бы не было оригинала. Ну, я верю. Да, все. Надо брать. Вот. Да. Ну все. Вы просто решили сейчас все таблички, да, убрать? Я просто убираю, которые не соответствуют. Чтобы... Ну, которые просрочились уже. Я просто до туда еще не дошел. У меня просрочено. Вот у нас все лежит оригинала. Верю. Это все не оригинал, который... Тихо, с ножом. Аккуратненько. Да. Вот же лежит оригинал. Да, верю. И вот висит оригинал. Оригинал копии. Это копия. Да. 13.03.22, 13.03.23. А вот это вот почему нельзя сфоткать? Я не сфоткаю, я видео сниму. А почему у вас две маркировки на одном продукте? Вы смешали старые с новыми? Это другой вопрос, конечно, это вопрос. Ну это вот потребителя в заблуждение как минимум. Две маркировки тоже нельзя. Но просрока у вас нет. Ярче, надо брать. Остальное сами. Давайте, вот я остальное не буду смотреть. Все остальное хорошо, вы сами. Или буду. Казинаки я тоже, я все не буду выгребать, потому что это слишком много. У меня утилизатор не такой большой. Я казинаки все не буду, я один пакет, мне хватит. Вот ярче, ну тут тоже пакет, наверное, выйдет. Сейчас все выбираете, все снимаете. Нет, это вот просто вот это же вообще, я не знаю, здесь говорите, просто Наташка. Кто ее дал. Аннотация, это просто да. Бумажка, ну, она да, без да. даты. Без даты. Это просто без даты. А про срока больше нет, да? Ну, про срок у нас вообще тут есть по оригиналам. Вот еще кто-то. Крыса как. О, вот их, это, нет, их это любят. Да. Тест-драйв. Ну это у нас любят попробовать покушать. Это нормально. Хватит тут конфет. Не все стал снимать, но спасибо этому дому. Идем к другому. Что там? Да? Что там? Вы, да? По фрутоняне это что ли? Я не по фрутоняне. А мы не ищем. Все ищем. А у вас тележка из ленты. Это нормально? Да, вы же перекресток. Нехорошо воровать. Не вы, это покупатели. А, покупатели жулики. Всегда у перекрестка на все оправдание найдется. То, что они ищут, я уже как нашел. Ни странно, КСО работают, просто одна не контакт. КСО никто не отключает, учитывая, что я какое-то время в зале и про меня уже все знают. Про срока примерно вот так. Без цирков, получается, и без полиции. Здрасте. Что у вас? А у вас?
А у нас в стране есть газ, а у вас? Вы кем являетесь? Покупатель. Очень странный покупатель, да? Я не знаю. Проблемы какие-то. А? Какие-то проблемы. А у вас? У меня нет если проблем. Если нужна какая-то помощь, вот есть кассир, и, соответственно, кто может вам помочь. Ну, я понимаю, да. Это как бы не в вашей даже обязанности помощь какую-то оказывать покупателям. Правильно? Я понимаю. Но дело в том, что я как бы вижу, да, сейчас проблема, ну, стоите вы здесь, угу. И также, соответственно, вы снимаете. Я провожу видеофиксацию, снимаю, ну ладно, это не моя фраза. Кого и где снимают? Вы ведете съемки. Видеофиксацию. Понятно, да. Ну, как вы сами понимаете. Что? Разрешение есть, потому что человек все. А у вас? Я с вами разговариваю, не фиксация. Ну, у вас, смотрите, вот прям вот за вами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Можно продолжать очень долго. У вас очень больше долго. Камер? Объясню теперь проще. Данные камеры стоят для того, чтобы не было потерь и краж. Соответственно, мы для того мы здесь контролеры и находимся, чтобы предотвращать данные инциденты. Но согласитесь, иногда даже с вот этих видеокамер кадры попадают в сеть. Например, вот. Да факт, вы только что видели. Не факт, что в сеть это попадает. Ладно. Это проверяется службой безопасности. Я понимаю, да. Но то, что снимаю я, оно в сеть попадает. Канал «Новичок», YouTube, это я. А это все про срок. Ну, не прямо все про срок. В основном все про срок. А вот это, например, без даты изготовления, просто вот упаковано. Это другое нарушение, это вопрос совершенно не к вам, это к директору. Так что, соответственно, мне, возможно, нужно с кем-то из руководства пообщаться. Вот меня даже уже сфотографировали и послали куда-то в общий чат. Объясните лучше ей, что снимать в общественном месте нельзя, ладно? Ну, вообще, на самом деле, можно. Данный сотрудник выполняет свои обязанности, соответственно. Фотографируя покупателей? Вот с какой целью вы сфотографировали и отправили в чат? Да? Вот для чего? Для чего вы меня сейчас сфотографировали и отправили в WhatsApp, в чат? Возможно, вашего магазина. Возможно, подругам. Смотрите, какой красавчик тут пришел. Короче, директора сюда зовите, я про срок купил. Директора сюда зовите, я про срок купил. Друзья, короче, тема такая. Все помнят, что у меня канал не особо про просрок, а про человеческие отношения, потому что в любом магазине просрока как говна за баней. Здесь встретил директора, которого давно знаю. Хороший, адекватный дядька, поэтому сегодня без цирка, без полиции. Опять же, они КСО не выключают. На меня уже охрана смотрит. Показываю все, делаю а-та-та. И они увозят это на списание. Я им верю, что они проведут внутреннюю проверку работу и подобное не допустят. Ну а мы смотрим, как что нашел, как списывают и, возможно, утилизируют. Требище. Так, здрасте. Здравствуйте. Я директора не буду зрителям показывать. Я его люблю. Смотрите, часть зеленая моча. Давайте с конфет сначала разберемся. У вас конфеты все просто. Есть какая-нибудь ответственная сотрудница с ТСДшкой, чтобы сразу забивать, возможно, это все в списанку? Так у нас есть свежие ляпики на эти конфеты. Я не про конфеты, я про реальный просрок. По конфетам у вас есть, помимо свежих ляпок и просроченные, вот, например, до 13.03.23, оно просроченное. На каких-то конфетах, да, там есть и вставка нормальных
вот, например. Но он показывает, скорее всего, вот эту информацию. Короче, по конфетам это вы сами разберете, что она уже начала там снимать все остальное. Вот, например, по этой информации хорошая до августа, а по этой оно просрочилось 24-го. Лежали в одной корзине. Так их просто не вытянули старые. Вот. Вот потребителя в заблуждение 14.7, как минимум. Но опять же, две маркировки не должно быть. Возможно, вы старые к старым докинули новых и просто положили новую маркировку. До 15.08.22, по вашей информации, хорошей, кстати, нету. Ну, с конфетами проведите там работу. И она вроде как уже поняла, что надо особый контроль за маркировками. Особый контроль нужен еще за кем-то, кто кладет ромовую бабу в холодильник, потому что вот она из холодильника чуть-чуть погуляла, и она уже испортилась. У нее условия хранения 15, плюс 15, плюс 21. Она на теплой полке. И на теплой полке ей совсем ничего не будет. А вот из холодильника, если ее брать, она уже сдохла. Нарушение условий хранения, развакуум по мясу. Ну, это не ваш косяк. Опять же, маркировка. По проф чуть-чуть просрок с 20.05. Предлагаю все-таки списать кого-нибудь с ТСДшкой и вот прямо который просрок. Можно кого-нибудь с ТСДшкой, которые просроченные штуки, их прямо списать. Конфеты я в маркировке все здесь отдал. Люба, а почему старые маркировки? В конфетах. А ну вот здесь, да. Вот они. Там, все, вот они в маркировке. Там есть и старые, и новые. Да, вот. Ну, оригиналы не все просроченные. На это есть? Это оригинал или что? Вот оригинал. А это? Хорошо, найдите тогда мне на княжеский оригинал не просроченный. У вас по княжеским? Вот на княжеский я согласна. На княжеский да, они нет. Они просрочились на 15 августа 22 года. А где оригинал? Вы собираете их все. А мы их вкладываем в ячейки. А это вот все нехорошие. Понятно. Нехорошие. Там вот хорошие с нехорошими все. Вперемешку. Ну вы же при мне даже снимали остальные все просрочные. Нет, где вот они? Я понял. На княжеский у меня нет. А это все, вот они, все оригиналы, окей, все хорошо. Вот они. Спиши, это все в буфер. Любовь, все, да, это все, потом все. Будете разбираться. Все, директор, потом, директор потом займется любовью. Да. Вот, держите хорошо. Еще. Так, собирай что оригиналы у меня? Все, чтобы у тебя были. Ярче. Конфеты все вам сейчас уедут. Нет, я просто смотрю, что у меня. Казина, Бразилия, все, три вида конфет. Три конфеты, остальные нет, я не брал. Кстати, вот это вот. На княжеские. Вот смотрите, коробочка идет там. На, может, в посолке там лежали коробочки. Может, там где-то. Ищите что-то. Сразу отчехвостов. Так, так, это тоже из старой партии, их а уже нет. Можете утилизировать пока. Снимаешь, что ли? Да. Красавчик. Кого-нибудь с ТСДшкой, чтобы сразу просрок, который вот просрок, списать, ну и все, списать. Пригласите кого-нибудь сейчас, чтобы... Это 5 секунд. Частая проблема перемаркировка, и следы остаются на ровненьком кружочке посередине, потому что с рифленой поверхности отходит хорошо наклейка, а здесь остаются следы от старой маркировки. Так, забиваем только просроченное. Давай. Здесь вот директору показал, вы тоже там возьмите на контроль, что перемаркировка запрещена до 20.05, до 30.05. Три. А сроки-то разные. До 20.05 две штуки, до 30.05 одна. Чай до сегодня по 1100. Сколько? 7 штук? Масло, трава. Третья, десятая, 6 месяцев. Третья, десятая, 22. И питание для детей до сегодня. Это две разные. А я, кстати, его купил, мне еще возврат надо сделать. Сначала сделаю, потом спешу. Так, это не даст. Даст? Ну, даст так даст.
дата-матрицы нету, так что можно его сразу укатывать, а я сделаю сейчас возврат. Мне старшего кассира какого-нибудь надо найти? Да, конечно. Банан, сделай возврат ему. Оп. А мне товар что-то не подошел. Ага. Куда? А чек где ваш? У меня. А, даже возвратный забирать не буду. Так, все, спасибо, до свидания, исправляйтесь.